Вот это рыба попалась. Наверное, карасище. В кусты пошел. Ух ты, карась. Вот это карасик. Ого, монстр. Вот это карасик. Ого, на кукурузку. Подошел все-таки. А, красавчик. Ох и красавчик. Поклевка такая интересная была. Ой, главное, чтобы не отцепился. Под соку не взял сегодня. Ух и карась. Осторожно, осторожно, карасик. Осторожно. Опа. Вот это карасище. Опа. Есть. На кукурузу. Красавчик попался. Ох и красавчик. Осторожно так. А. Стоять. Стоять, стоять, красавчик. Ох и карась, первый в этом году. Красавец, на кукурузу подошел. А, красавчик. Кукурузка у меня непростая. Она пересыпана. Позже расскажу, чем. И она получилась такая, чуть-чуть подбруженная даже. Вот, вот такая вот кукурузка. И глубина, сколько здесь? Метр, полтора метра. И со дна получается. Будем забрасывать. Я думал уже все. Менять место. Нет поклевок. Корма набросал. Оказывается, рыба есть. Опа. Работает и прикормка. Кукурузка. Опять карась. Ой, карась, блин. Вот это прет. Да прет, капец, просто. Ой, караси. Всю рыбу будем брать сегодня. Садка не брал, чай-то в подсок. Опа. Красавчик. Есть. Карась. Ух и караси. Красота. Оп. Оп. Ух и прет. Секрет кукурузы. Расскажу вам чуть попозже. Не была интересная рыбалка. Расскажу вам сейчас секрет, что я добавлял кукурузу. Это была корица. Она придала особый аромат кукурузе. Вот. Я уже добавил туда давно. Она стояла в холодильнике. Вот. Настоялась. И решил провести такой эксперимент. Оказывается, очень хорошо работает. Корица работает также в разных добавках. Особенно в прикормке. Сейчас вам покажу свой улов. Такой улов сегодня. Отлично. Вам покажу. Карась. Ох и карасики тут. О. Стоять. Вот такой карасик. Это самый первый поймался. Думаю, тут где-то грамм
600 его есть точно. Вот. И еще два поменьше. Карасики вот такие вот поймались. Тоже поймалась. Вот такой подлещик, плотвичка. И еще несколько плотвичек. Привет. Сегодня приехал на рыбалку, немного отдохнуть. Погода стоит чудесная, очень красивая сейчас утро. Погода плюс 10 градусов, днем 26, без осадков, ветер восточный и северный, переменный до 4 метров в секунду. Давление 745 миллиметров. Все это я рассказываю не просто так. Сегодня я расскажу много интересного об особенностях ловли карася, о выборе места, прикормке, насадках и много другого интересного. Успех ловли карася во многом зависит на 90% от выбора места. Если правильно выбрали место и подобрали ключи к рыбе, успех вам гарантирован. Итак, выбор места в зависимости от вида карася. Золотой карась не любит сильного течения. Этот вид обитает чаще всего в вилистых озерах, которые заросли водорослями, в болотных местностях, старицах, тихих затонах и затопленным дном ямах, залитых после паводка. Места стоянки он выбирает вблизи берега, где есть обилие растительности. Серебряный карась. Этот вид любит очень слабое течение, поэтому чаще всего встречается в заводях, в заливах, в тихих речных плесах в районе прибрежных зарослей. Одной из составляющих удачной рыбалки является выбор места ловли. Чаще всего средний карась держится у берегов между водорослей, а крупные особи выбирают более глубокие места. Лучшими местами для рыбалки на карася считаются окна водорослей возле кустов, корях, зарослей тростника. Выбирая место ловли, необходимо учитывать обязательно такие факторы: сезонность, погодные условия, характер растительного мира, состояние рельефа дна, подводное и надводное течение. Обязательно нужно учитывать особенности водоема. Лучше всего клев будет в водоемах, где кроме карася не водится другая рыба. Место для ловли в таких водоемах выбирают около метра глубины среди травы. Подобно другой рыбе, карась не выносит запах роголистника, листья которого отпугивает своим запахом тех насекомых, которыми кормится карась. А вот урудь, наоборот, привлекает свои заросли карася улитками, червями и личинками. Урудь – это такое растение. Какое время года, где ловить? Клев карася ранней весной наблюдается на небольшой глубине, там, где быстро прогревается вода солнцем. В таких местах его лучше ловить в забродку. В дни летнего зноя карась держится возле корях, у нависших над водой кустов, в тени заброшенных пристаней и причалов. При полном штиле на воде карася следует искать у поверхности воды. Осенью рыба уходит на глубокие места и залегает в вилистых участках водоема на зимовку. Сейчас расскажу о приманках на карася. Весной карась весьма капризен и клюет не на всякую приманку. Успехом пользуются такие приманки: опарыш, мотыль, червь, сало. С потеплением воды в мае карась успехом ловится на растительные насадки. Перловка, горох, мастырка, тесто, консервированная кукуруза. Еще карась очень любит клубничный и шоколадный запахи. Теперь немного расскажу о прикормке. Лучше всего ловить карася утром и вечером. Чтобы гарантировать отличный улов, нужно прикормить рыбу. Самая простая прикормка на карася – это каша. Пшено, перловка и макуха. Сначала варим пшено, потом добавляем вареную перловку и уже в конце на рыбалке добавляем в эту прикормку макуху. Еще немного о прикормке.
если у вас есть возможность, вы ловите в одном водоеме, в одном месте, и у вас есть возможность прикормить его несколько дней, желательно это сделать в течение 3 дней до рыбалки. Каждый день приходите на водоем и кормите место в одном месте. И через 3 дня вы увидите, какой будет результат. Теперь расскажу немного про ароматизаторы. Подобрать нужную ароматную добавку для карася нелегко. Их добавляют в основную прикормку, а также добавляют в насадки. Чеснок. Чеснок добавляют для ловли крупных карасей. Ванилин. Притягивает небольших карасей. Укроп. Запах укропа очень хорошо работает в тех местах, где много зарослей травы. Мед. Хорошо добавляют приманку летом и весной. Анисовое масло. Хорошо работает в приманках и прикормке. Сегодня я рассказал немного полезной информации. Это ж небольшая часть того, основной информации, которую нужно знать при выборе места и о ловле карася. Еще много всяких нюансов, оснастка, как правильно все подобрать к месту ловли и много другого. Думаю, такая информация будет полезна всем начинающим и уже опытным рыболовам. Сейчас уже буду начинать. Особенность такая. Здесь небольшое течение, оно меняется. В течение дня может меняться даже несколько раз из-за перепада уровня воды. И получается, вот здесь в камышах образуется небольшое течение. Вот. И глубина здесь небольшая. И карась любит в таких местах держаться. Глубина там около метра. Кормить будем вот как раз между этими камешами. Вот такая особенность здесь выбора места. Вода здесь быстро прогревается, как я уже говорил. И в таких местах карасик кормится. Почему выбрал такую прикормку? Карась очень любит шоколад. Клубничку, шоколад. Вот. И я уже проверил, что это готовится, что это работает очень хорошо. Если есть много времени у вас, можете самодельную приготовить прикормку, сварить кашу, добавить туда разных ароматизаторов.